Всем привет, меня зовут Никита, и сегодня мы с вами сплетем вот такие вот интересные фигурки. Это мини-авокадо из резиночек. Они плетутся очень легко для начинающих, очень быстро. Нам с вами не понадобится станок, и сплетем их при помощи рогатки. Они плетутся буквально за одну минуту. Но перед тем, как мы начнем, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк, пишите в комментариях, что же мне сплести еще. Ну и давайте посмотрим, что же нам понадобится. Для создания авокадо нам понадобится 5 резиночек зеленого цвета. Также одна резиночка коричневого или черного цвета, в зависимости от того, какую вы хотите использовать. Также рогатка и крючок. Я предлагаю уже начинать плести. Это авокадо у нас плетется супер просто. Берем первую резиночку зеленого цвета и накидываем ее на правый столбик, перекрутив 4 оборота. Первый, так, второй, третий и четвертый оборотик. Опускаем резиночку чуть-чуть вниз. Теперь возьмем 2 резиночки зеленого цвета, накидываем их на рогатку. Возьмем крючок и скидываем 4 оборотика с правого столбика. Так, аккуратно скидываем их. Вот, скинул, опускаем резиночки вниз. Теперь сделаем уже косточку. Возьмем одну коричневую резиночку и накидываем ее на правый столбик, перекрутив также 4 оборота. Первый перекручиваем, второй перекручиваем, третий и четвертый. Так, управляем, чтобы косточка у нас красивая была. Теперь возьмем зеленую резиночку и нам надо ее накинуть на рогатку, перекрутив восьмерочкой в 2 оборотика. Накидываем, делаем оборотик. Так, еще раз. Накидываем, делаем оборотик, перекручиваем восьмерочкой и накидываем еще раз на рогатку. Теперь возьмем крючок. Нам сейчас надо скинуть коричневые резиночки с правого столбика. Так, берем их и скидываем. И теперь расправляем косточку. Так, и скидываем по 2 резиночки с правого и с левого столбика. И теперь проплетаем последнюю резиночку, возьмем одну резиночку, накидываем ее и скидываем нижние резиночки с правого и с левого столбика. Так, теперь перенесем эти резинки на крючок и сделаем узелочек. Проведем левую резиночку через правую и затягиваем узелочек. Так, расправляем наше авокадо. И вот такая вот замечательная фигурка у меня готова. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. И вы вместе со мной сплели вот такие вот замечательные авокадо. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. До новых встреч, всем удачи, пока-пока.